Что случилось? Я думаю, ДТП. Бачите, наверное, вызвали гаишников, але никто не приехал. Наверное, произошло ДТП. Вызвали гаишников, а те не приехали. Вас всех ждет смерть. Так описывает разгромление огромной колонны России украинский военный. Сегодня разгромлена огромная колонна военных сил России вместе с живой бригадой в городе Вознесенск Николаевской области. Я думаю, ДТП. Бачите, наверное, вызвали гаишников, але никто не приехал. Бо російські гаїшники в Росії. Точніше, в этом не в Росії, а в Оркастані грьобаному, в Мордорі, блядь. Це вчора случилось, бачите, підари? Вам всім жопа. Вам всім смерть. Welcome.